Опа. Вот так вот. А здесь? А здесь от себя. Здесь я. Ну хорошо. Мы потерялись. Девушки, извините, Успенский собор, это где? Вот надо подальше пройти, вот купола золотые. А, вот он, вот, спасибо. Здесь пройдем? Да. Труд фотограф, тяжелый труд видеографа. Все время какая-то сволочь в кадр лезет, не дает снимать как следует. Мы во Владимире, поздно, правда, вот часы бьют, да не часы, наверное, а колокол бьет, это 18:06 часов вечера, наверное, колокола, да. И вот, наверное, вот именно за этим мы и приехали, за вот то место, где мы сейчас находимся. Население здесь на сегодня где-то 350-360 тысяч человек. Ну и жить в России, не быть во Владимире, это непростительно. И вот это случилось. Владимир – это старинный город России. Тысячу с лишним лет. Да? Город, да. 990 там. Чуть старше Москвы. Ну, не важно. Ну, замнем, старше, да, Москвы, ясно. Старше Москвы, да. А как здесь не жить? И что в 11 веке, что в 10 веке. Ну, что, как здесь не жить? Что? Вот тебе река, вот тебе холм, вот тебе леса, вот тебе пушнина. Вот тебе все здесь. Живи и радуйся, хоть в каком веке. Где вот расписаны стены храма. И хотелось бы посмотреть. Что? На эту роспись. Ну, так пошли. В каждом городе есть и плюсы, и минусы.